Какие лекарства можно использовать для лечения коронавируса у беременных женщин, в женской консультации вам не ответят. Дело в том, что врачи-акушеры наблюдают и ведут именно саму беременность и возможные осложнения в ее ходе. Лечением же коронавируса занимаются инфекционисты и терапевты. Эпидемия идет уже 2 года, и многие женщины столкнулись с тем, что откладывать дальше рождение ребенка уже нельзя, но риски существуют. Так можно ли ставить вакцину перед беременностью, а тем более женщинам, уже ждущим ребенка? В данный момент таких противопоказаний нет. Все беременные и планирующие беременность могут прививаться перед планированием беременности. Желательно это сделать месяца за 3, чтобы прошел процесс выработки иммунитета. Во время беременности, если есть желание привиться, то делается это после 22 недель. В данный момент даже сняты ограничения по кормлению грудью, то есть это не является противопоказанием для вакцинации. Привиться беременные женщины и женщины, планирующие беременность, могут в городских поликлиниках. Но сначала нужно посетить женскую консультацию, где после консультации гинеколога будут рекомендованы конкретные действия. И в случае беременности выдана соответствующая справка о ее сроке. С этим документом уже необходимо направляться в пункты вакцинации.